мы сейчас работаем в трех уровнях, режимах. Вначале, естественно, вам тянется рука, и вы сразу же в одно движение переходите на атаку. Техника называется НТ. Посмотрите еще раз. Вам тянется рука, и вы сразу же говорите, нет, не надо. Хва? Нет, не надо. За волосы? Не надо. Первый уровень. Второй уровень. Движение будет побыстрее. Да? Оп! Тянись, 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 тянись. Оп! Шансов защититься у него нет. И третий уровень, когда вот это упражнение, как из кендо. Почему рука опасна? Потому что это оружие. Это не рука превратилась в оружие. И третий уровень, когда вас атакуют, и вы уже практикуете как ката технику. Своей школы. Итак, первый уровень. Естественно, не надо. Второй, третий уровень.